Всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале «Взрослый коллекционер». Сегодняшний наш обзор пройдет без Владимира. И, если вы успели заметить, я в довольно-таки яркой футболке. Это говорит о том, что сегодняшняя кукла будет нам напоминанием о ярком и солнечном лете. И зовут нашу сегодняшнюю гостью Барби Карнивал Круиз. И она упала. Сама. Вот она, сегодня во всей красе перед вами. Эта кукла была выпущена в 1997 году и являлась некой коллаборацией между компанией Mattel и компанией Carnival Cruise. Компания Carnival Cruise является одной из самых крупных сухоходных компаний, которая занимается развлекательным бизнесом, в частности, это путешествия, в том числе и кругосветные, на самых дорогих, элитных и вместительных яхтах и лайнерах. Офис данной компании располагается в Майами, штат Флорида. Основана компания в 1972 году Теодором Аррисоном. Компания на протяжении своего существования приобретала множество дочерних компаний в различных странах мира. В том числе в 2012 году одно из дочерних предприятий Atlantis Line образовалось на территории Российской Федерации и странах СНГ. Имея в наличии множество судов, компания проводила самые крутые круизы, начиная от самого основания и по сегодняшний день. И наша красотка Барби, конечно, не могла пропустить такое событие, как открытие самого крупного корабля на тот момент в 1997 году. И назывался данный корабль Fun Ship, что в переводе означает «веселый корабль». Ну и обратим наше внимание уже на саму куклу. Кукла находится в коробке. Как всегда, классическая розовая коробочка с очень большим окном-блистером. Настолько большим, что имеется только две картонные части сверху и снизу. И сверху мы видим, что это Special Edition, что означает, что это специальная серия. За блистером мы видим куклу, которая находится на фоне того самого корабля, в котором она собирается совершить свое кругосветное путешествие. И также снизу коробки мы видим надпись о том, что это самая популярная круизная линия во всем мире. Внизу коробки мы видим канатное ограждение, которое разделяет саму Барби от входа на лайнер. Также мы видим логотип компании Carnival Cruise и видим надпись «Барби». В левом нижнем углу мы видим логотип компании Mattel. По бокам имеется информация от производителя, что данная кукла была выпущена в 1997 году, и это производство Индонезии. С другой стороны, мы имеем контактную информацию с производителем, и наибольший интерес у нас вызывает задняя часть коробки, где Барби нарисована в полном своем образе, готовая отправиться в путешествие. И сверху имеется надпись: «Барби выглядит лучше всех, готовясь к волнующему и веселому отдыху на первом веселом корабле». Также имеется, конечно же, логотип Барби и компании Carnival Cruise. Сверху и снизу коробки дублируют надпись о том, что это Carnival Cruise и логотип Барби. Ну вот, про компанию мы рассказали, коробку мы осмотрели, и я предлагаю посмотреть, что же находится внутри. Коробочка, как всегда, заклеена на клей. Вытягиваем за заднюю куклу. Внутри коробочки у нас пусто, поэтому мы ее откладываем. В наборе вместе с куклой шло 2 года гарантии. Несмотря на то, что это Special Edition, все-таки 2 года. Ну и дальше начинаем откреплять куклу. Володя, нас убьет за такой обзор, конечно. Все не так. Я себе не так это представлял. Куклу от задника я открепил и хотел бы рассказать вам еще про одну деталь про компанию Carnival Cruise, а точнее про их дымоходную трубу, которая имеется на кораблях. Она всегда у них сделана в виде хвоста кита. Это тоже такой фирменный знак компании.
Вместе с куклой шли следующие ништяки. Это была сумочка в морской тематике, бело-синяя, с логотипом и надписью Carnival Cruise. Сделана сумочка из денима и имеет атласные ручки. Также в наборе с куклой шли красные очки с черными солнцезащитными стеклами, выполнены из пластика, дужки не сгибаются. И также пакетик, в котором имеются следующие аксессуары. Расческа красная, стандартная для Барби 90-х годов. И также сабо ярко-красного цвета. С ништяками покончено, и мы теперь можем рассмотреть куклу. Итак, кукла одета полностью в тематику моря, она практически капитанша, так как она имеет фуражку белого цвета с синим козырьком, и имеется золотая тесьма, которая разделяет козырек и саму фуражку. Данная фуражка прибита к волосам куклы, поэтому я предлагаю ее открепить. Вот так она смотрится вне головы. На ней также имеется значок Carnival Cruise. Видимо, прибили ее для того, чтобы она крепко держалась на голове и во время транспортировки не спадала, так как без креплений эта фуражка также держится замечательно на голове Барби. И так всегда очень интересно, когда прикрепляют шляпку к голове, что же там с прошивкой. Многие утверждают, что она крепится для того, чтобы скрыть несколько залысин и так далее. То есть производитель как бы экономит на волосах. Хочу сказать, что в данном случае прошивка отличная. Ничего она, эта шляпка не скрывала. И голова прокрашена в тон волосам белого цвета. Кукла, как всегда, классическая блондинка, имеет длинные прямые волосы, и, что не характерно для 90-х, отсутствует челочка у куклы. Волосы очень хорошего качества, они мягкие, они шелковистые, настолько, что даже отражают свет. Молд у нашей куклы суперстар, и он имеет очень яркий и красивый мейкап. Губы куклы имеют красный цвет. Белозубая улыбка, едва заметный румянец, он тоже красненький, но очень хорошо растушеван. И дальше идет легкое несовпадение с промо-фото, так как у нашей Барби имеется две нижние реснички, а на промо-фото их было три. Также я заметил разницу в прокраске глаз. На промо-фото у нее черная подводка, и она имеет подводку как снизу, так и сверху глаза. У нашей куклы имеется только синяя подводка сверху глаза, нижняя подводка отсутствует вовсе. У нашей куклы имеются довольно-таки объемные тени, они находятся и на подвижном веке, и просто на веке имеют ярко-синий цвет. У куклы на промо-фото только накрашено подвижное веко, и оно более бледного синего цвета. В том числе имеется разница на бровях. Так как на промо-фото у Барби идут более темные коричневые брови и имеют небольшой изгиб. У нашей куклы они имеют дугообразную форму, и они более тонкие и светло-коричневого цвета. В цвете глаз разницы нету никакой. Это градиент от темно-голубого к светло-голубому. И также имеются в зрачках два блика, один в виде точки и один в виде желтой черточки. Ну и неизменным для Молда Суперстар является, конечно же, ямочка на левой щеке. Это есть и на промо-фотографии, и у нашей куклы. Вот такое удивительное наблюдение за тем, что промо-фотографии все-таки отличаются от оригинала. Ну и теперь аксессуары куклы. Естественно, первое и самое, наверное, важное – это серьги. Серьги выполнены в виде гвоздика с подвеской, подвеска в виде звездочки, и такие же серьги вы можете увидеть у куклы Sun Sensation. Ссылку на видео с Барби Sun Sensation вы увидите вот здесь. Также у куклы имеется колечко, оно золотое, классический гвоздик 90-х,
И оно вынимается из руки, в отличие от сережек, у которых имеется стопер. На кукле темно-синий пиджак-китель. На нем имеются манжеты красного цвета, которые обрамлены золотой тесемкой. Воротник у куклы выполнен в красном цвете и имеется лацканы белого цвета, на которых расположены золотые звездочки. Звездочки наклейки. Пиджачок мы рассмотрели. Кстати, забыл сказать, что он коротенький, не совсем стандартный пиджачок, летний. И, конечно же, все для транспортировки и во имя нее пиджачок пришит к топику. Сейчас мы делаем чик-чик. И будет хорошо. Итак, снимаем. Стриптиз — это всегда так волнующе. Вот так пиджачок выглядит уже вне куклы. Тут имеется фирменный лейбл. Лейбл Барби. Следующий элемент одежды – это топик. Он выполнен в виде тельняшки, только полоски идут не синие на белом, а красные на белом. Выполнен он из трикотажа. И, на мой взгляд, выглядит очень смело. Закреплен данный топик на спине липучками. Следующим элементом идут шортики. Они белого цвета с подворотом к низу. Также они выполнены из денима. На одном из подворотов имеется логотип и надпись Carnival. Также имеется красный лакированный, выполненный из кожзама, ремешок с большой золотой пряжкой. Пряжка выполнена, кстати говоря, из металла. Для того, чтобы снять нам шорты, нам также нужно будет открепить липучку сзади. И мы видим, что данный ремешок пришит к шортикам. Но кукла не осталась совсем голышом. У нее имеются молдированные трусики телесного цвета. Так как это уже 97 год, они уже были на каждой кукле. И имеют рельеф в виде значка буковки B, фирменного значка Барби. Скинтон у данной куклы довольно-таки смуглый. Тело по-прежнему 1966 года, Twist and Turn, сколько бы мне не утверждали, что это молд Шани с прямыми руками. Это Twist and Turn, он имеет повороты в разные стороны. Ручки у куклы отводятся в сторону и также прокручиваются вокруг своей оси. Ножки по традиции резиновые и должны сгибаться на два щелчка. Ну вот, куклу мы рассмотрели в деталях, и сейчас она в полном своем комплекте стоит перед нами. Уже принарядилась, одела очки и готова отправиться в свой круиз на веселом корабле от компании Carnival Cruise. По традиции мы ждем комментарии от вас, как вам данная кукла, понравилась ли она вам и приобретете ли вы ее себе в коллекцию. Мне данная кукла понравилась и хочу сказать, что она очень качественно исполнена. Все детали аутфита выполнены на ура, из очень хороших материалов. А также хочу отметить, что мне очень понравился мейк, и все-таки это было интересно сравнить ее с промо-фото и в оригинале, и найти отличия тем более. Единственное, что меня расстраивает, это, наверное, ножки, которые разъезжаются и не смотрятся вместе никак. Но это в основном удел всех Барби, которые в коробке стояли в какой-то определенной позе, как эта кукла. Более мне добавить про нее нечего, поэтому на сегодня все. Хочу вас просить, чтобы вы активнее подписывались на наши инстаграмы, в группу во ВКонтакте, а также ставили лайки под этим видео, писали свои комментарии, это обязательно. А также не забывайте подписываться на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. А на этом у меня сегодня все. И я вам говорю пока. Пока. Мне нужен кто-то. Зачем? Ну потому что я не знаю. Как всегда в нашей студии неимоверно веселая атмосфера. Летают мухи-соведущие. За что Владимиру особое спасибо. Видимо, он занимается их разведением. Зубы отпилить.
Тебе, кстати, тоже. Они выглядят прям идентично у нас. Мы с тобой две желтозубые красотки, блядь, в кадре. Угу. Был я, да, в том порту. Нет, там... Портовый официант. Я отлетела одна из... Да. Я отлетела одна из звезд. Не выдержала времени. Как жрали куклы. Все, уходи со смотра. Ты в коробке была действительно лучше. Дай какой-нибудь клей.